Лежа в постели, томимый продолжительным и безысходным недугом, я подумал, чем я это заслужил? За что наказан я? Я? Именно я? Это несправедливо, несправедливо. И пришло мне в голову следующее. Целая семейка молодых куропаток, штук 20, столкнулась в густом жнивье. Они жмутся друг к дружке, роются в этой земле. Счастливы. Друг их спугивает собакой, они дружно разом взлетают, раздается выстрел. И одна из куропаток с подбитым крылом, вся израненная, падает. И с трудом волоча лапки, забивается в куст полыни. Пока собака ее ищет, несчастная куропатка, может быть, тоже думает. Нас было 20 таких же, как я. Почему же именно я? Я попалась под выстрел, должна умереть? Почему? Чем я заслужила перед остальными моими сестрами? Это несправедливо. Лежи, больное существо, пока смерть тебя сыщет.